Методы профилактики гриппа, самого распространенного инфекционного заболевания, бывают разные, но давно доказано, что самой надежной защитой от пандемии является вакцинация. Весомое подтверждение этому уже на протяжении 6 лет брестские и районные школы не закрываются на карантин, а уровень заболеваемости гриппом ниже порогового. Хорошему результату способствует прививочная кампания, старт которой официально был дан 1 октября, но делать прививки брестчане начали уже с конца сентября. Несомненно, процент иммунизации населения растет. Если мы начинали там где-то с 10%, то сейчас уже 40% населения. Это, в принципе, оптимальный показатель для иммунизации. Хотя спецконтингент, я имею в виду группы риска, прививается у нас на 75%. Это в первую очередь школьники, работники учреждений образования. Ну, несомненно, важна роль иммунизации и на предприятиях. То есть мы ставим задачу, чтобы предприятия привили не менее 50% своих работников, а на предприятиях торговли эта цифра должна достигать где-то и 100%. Сотрудники Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии на личном примере показали важность вакцинации для сохранения здоровья. Как уберечься от болезни в период эпидемии, здесь знают очень хорошо. Ежегодно почти весь коллектив принимает участие в прививочной кампании. Лучше быстро привиться, чем долго лечиться. Грипп – это самое распространенное инфекционное заболевание. И я считаю, что это важно сделать такую прививку. И мы, как работники центра, хотим показать, что это не страшно, и это важно, это нужно. Еще буквально пару лет назад число привитых было едва ли не в 4 раза меньше, нежели сегодня. В прошлом году против гриппа привито 130 тысяч граждан. Это 40% населения Бреста и района. В 2017 цифры будут не меньше, утверждают специалисты. В этом году для бесплатной иммунизации можно использовать вакцину Гриппол Плюс. За личный и счет средств предприятий будут доступны Инфлювак и Ваксигрипп. Благодаря тому, что ежегодно проводятся эти вакцинации в нашей республике, уже несколько лет нет грозных эпидемий с серьезными осложнениями в виде смертельного исхода. Кого нужно привить в первую очередь? Конечно, мы прививаем то население, которое страдает хроническими заболеваниями. Это и сахарный диабет, и заболевания, хронические заболевания легких, бронхиты, пневмонии повторные, бронхиальные астмы и так далее. Далее прививаются люди, которые находятся в сплоченных каких-то коллективах. Это детские сады, школы. Работники, люди, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей. Октябрь – это самый благоприятный месяц для вакцинации. Если сделать прививку в это время, иммунитет сможет побороться за себя, дав отпор сезонной эпидемии. К слову, на базе Брестской городской поликлиники номер 3 за полмесяца было привито около 900 брестчан. Эпидемию гриппа и ОРВИ встречает во всеоружии детская городская поликлиника номер 1. Бесплатно имеют право привиться дети от 3 до 6 лет, учащиеся учреждения образования, работники службы по обеспечению жизнедеятельности и безопасности государства. Вырабатывается иммунитет от 2 до 4 недель и сохраняется около года. Что немаловажно, грипп постоянно видоизменяется, поэтому ежегодная вакцинация способствует тому, чтобы не заболеть и не упустить тот момент изменения самого вируса гриппа. Хотелось бы еще рассказать, что в нашей поликлинике на сегодняшний день имеется 2 вида вакцин. Это Гриппол Плюс российская и для альтернативной вакцинации на платной основе Ваксигрипп французская вакцина. Подъем заболеваемости незначительный есть, но сказать, что какая-то эпидемия, конечно, пока нет. Поэтому мы стараемся словить этот момент и максимально привить всех деток против гриппа. Гарантирует ли прививка от гриппа 100% защиту от заболевания? Нет, но благодаря ей, даже если человек подхватит болезнь, она пройдет в легкой форме и без осложнений. Кампания вакцинации должна завершиться к 1 декабря.